Итак, привет всем. У нас очередная 20-долларовая сессия. 4 5-долларовых билета моментальной лотереи. Так, смотрим, ищем что-нибудь хорошее и интересное. Номер 3, номер 34, номер 21, номер 23, номер 37, 35, номер 32, номер 4. Номер 16, номер 11, номер 31 и номер 9. Повторяющихся номеров мы не видим, мультипликаторов мы не видим, звездочки мы не видим. То есть, вполне возможно, это будет выигрышный билет. 8, 38, 15, у нас есть 16, да? И номер 18. Нет, это билет не выигрышный. Здесь мы смотрим, если будет звездочка здесь или здесь, это будет 50 долларов в каждом месте. Нет и нет. Что дает нам шанс думать, что может быть мы что-то выиграем путевое. А не 100 долларов там или 50 долларов. Да? Скорее всего, конечно, самый большой шанс, что выигрыша не будет никакого. Потом по вероятности, что будет выигрыш 5 долларов. Ну и практически никакой вероятности, что ты выиграешь миллион. Но мы ищем, мы надеемся. 11 и 27. 11 и 27. 7 и 17. Нет ничего, да? Выигрышные номера 34, 21, номер 27, номер 8, 32, нет, 29 тоже нет, 14 нет, номер 7, номер 39, номер 40, 15, 30, 38, номер 37, 33 и номер 16. Тоже не выигрышный. Значит, здесь у нас статистически самый большой шанс выигрыша, потому что из 4 билетов, ну, усредненно мы полагаем, что хотя бы один да будет выигрышным. Усредненно мы думаем, что возврат должен быть где-то около от 20 до 30%. То есть, если мы купили 4 5-долларовых билета, то 5 долларов вроде бы как должно быть. 25 у нас есть, 23, 24, 13 у нас есть, 15, 14, 16, 6. 9, 26, 17, 28, 18 и номер 19. То есть у нас из 4 билетов ни одного выигрышного. Бывает. Статистика вещь такая. Она усредненная. Будем искать дальше.